состоялась презентация новых флагманских моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Новинки получили титановый корпус, прокачанные камеры, USB-C разъем и производительный процессор Bionic A17. Всех приветствую, друзья, вы на канале Фэншоп, полезные и не очень. Компания Apple представила свои топовые флагманские модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Ключевой особенностью iPhone 15 Pro стал его вес. Это самый легкий смартфон версии Pro в истории Apple. Лайк, подписка на канал за старание и приступим. iPhone 15 Pro в титановом исполнении получил минимальную рамку экрана с диагональю 6,1 дюйм. Версия же 15 Pro Max получила экран на 6,7 дюймов. Корпус новеньких iPhone выполнен из сверхпрочного материала – титана 5 класса, который применяется в марсоходах NASA. Был заменен стандартный переключатель режимов звука на кнопку. Ее можно использовать для разных сценариев по выбору. Новинки оснащены однокристальной платформой Bionic Apple A17 с шестиядерным процессором и новым графическим ядром. Нейронный движок теперь работает в два раза быстрее в приложениях искусственного интеллекта. Ну и наконец, все новенькие iPhone получили новый USB-C разъем. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Компания заявила о невероятном приросте производительности в играх, а также полную совместимость с современными геймпадами. На презентации была показана производительность процессора Apple A17 в играх. Мощность процессора позволяет запускать консольные игры, например, ремейк Resident Evil Village. Как утверждает сама Apple, iPhone 15 Pro обладает невероятной фото-видео возможностями. Основная камера получила объектив с 7 линзами. Это лучшая камера за всю историю компании. Разрешение по-прежнему составляет 48 мегапикселей, но матрица стала более современной и крупной. Фокусное расстояние составило 24, 28 и 35 мм. Разумеется, ночная съемка была тоже прокачана, особенно при использовании режима портрет. Smart HDR стал еще более реалистичным. Модель iPhone 15 Pro оснащена телеобъективом с трехкратным зумом, а iPhone 15 Pro Max 12-мегапиксельной камерой с фокусным расстоянием 120 мм и пятикратным оптическим зумом, а также третьей сверхширокоугольной камерой с разрешением 12 мегапикселей. Также имеется режим макросъемки. Особое внимание уделяется возможность мгновенного переноса фотографий, сделанных с помощью Apple Pro RAW на MacBook Pro. Фотографии и видео, снятые с помощью iPhone, прекрасно проецируются на гарнитуру Apple Vision Pro. В частности, добавлена возможность пространственного видео. Стоимость версии iPhone 15 Pro с памятью 128 ГБ составляет $1000, iPhone 15 Pro Max – $1200. Прием предварительных заказов начинается в эту пятницу, а продажи стартуют 22 сентября. Ну что, друзья, пишите ваше мнение о новеньких яблочках. С вас лайк, с меня контент. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.